Спасибо большое всем. Пока. Как оторвались. Ай, кай. Дамаски на новое видео 1 июня на канале Outside. Это, если что, кто не знает, это люди, которые монтируют Exile. Все видосы Exile монтируют эти два. Как ты у мамы отпросился? Наушники с ней болван. А тебя как мама отпустила? А у меня нет мамы. Хорошо, как-то. Да, бля, только сделали это дело. Екатеринбург, красавчики. Публика, как вам это дерьмо? Я могу говорить дерьмо? Дерьмо. Пока есть шанс, хочу передать маме привет. Она точно не смотрит. Она не подкована. Ну, я подкую. Мы сейчас едем кушать, только секретно, никому не говорим. Пацаны, кореш, бля, посмотрите, премьера, кореш выступал. Вы понимаете, что все ржут над ним? Он уже у Платины на концерте раз выступил. Базар. Обычно выступает на разогреве у рэперов, а Леха на остужении выступил. Платина был на разогреве у кореш. Сандали носки ДС Лесарь. Она готова раздеться. Соса Мьюзик. Там сейчас на улице еще прикол будет.
Пока-пока. Бедолаги, страсти. Бедолаги. Ноги берегите. Пока. Это Sosa Music Baby Tour 2022. Превью 2 в сети, ребята. Чисто вам, блин. Осуждаю. Следующая Пермь. Бедолага Тур 2022. Бедолага Тур. Должен прийти. Робчик. Тебе привет от Ростика. Ростику, салам алейкум. Я не понимаю некоторых бедолаг, которые хотят показаться другими людьми. Гусь на серьезно. Так нравится, когда красавица мне улыбается. Да. Егор, привет. Слышите, Робчик сказал, что Илья Исаев бедолага. Ну, тут грех не согласится, тут, принципе, по факту. Тут по факту. Рожденный бедолагой. Салагой быть не может. Рожденный бедолагой, салагой быть не может. Говкиров, Самара. Мы будем в Перми, Казани и Уфе. Ты в Казани Уфу будешь? Я не знаю еще. Владик еще в какой-то. Владик в Казани и Уфе будет. Все, всем спасибо. Ждем вас завтра. Всем добра и позитива. We'll be right back.